1 миллион рублей получат в этом году 11 учителей по программе «Земский учитель». Выплаты предоставляются педагогам, которые переезжают в сельскую местность и небольшие города. На заседании регионального правительства, прошедшего накануне, обсудили этот вопрос. Программа призвана решить одну из важнейших проблем в сфере образования – дефицит педагогических кадров в сельских школах. На заседании областного правительства рассмотрели документ, в котором определены полномочия правительства региона по установлению порядка предоставления учителям, переехавшим в сельскую местность, в поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, компенсационных выплат. Для нас это важно, что города с населением до 50 тысяч человек и сельская местность будет возможность приобретать жилье для наших будущих или для уже переехавших учителей. Поэтому активно работаем с главами муниципальных образований. Это касается и в том числе медицины, на самом деле, сегодня. Это две темы, которые требуют дополнительного внимания, и я уверен, что уже в первом полугодии у нас будут первые результаты.